уже проснулась, и у меня очень хорошее настроение, потому что я еду в путешествие. Еду я в Венгрию на машине. Ну что, поехали! Все, я уже в машине, и мы выезжаем. Мы едем уже 3 часа, а сейчас остановились на заправке. Я уже очень хочу побыстрее доехать. Тут предлагают выиграть тур на Шри-Ланку. Кстати, я там уже была. Там очень-очень классные большие волны, можно покататься. А вы были на Шри-Ланке? Пишите мне в комментариях. Доброе утро! Я уже проснулась, а в час ночи мы заехали в эту гостиницу, которая находится на границе с Украиной с Венгрией. Сейчас я иду на завтрак. Это моя постель. Ну все, я пошла. Я уже спустилась на завтрак, тут очень холодно, поэтому я одела кофточку. Заменили сцену, где можно выступать. Выглядит очень аппетитно, это блинчики с клубничным джемом. Ну что, увидимся попозже? Наверное, все еще спят, потому что здесь, а я одна, я сижу. Смотри, какой тут интересный потолок. Большое красивое кресло, такое необычное, как на троне, и большую-большую елку. Пойдемте на нее посмотрим. Какая красивая елочка. Интересно, там нету для меня подарочка? Жалко, нету. А, наверное, в этом кресле должен сидеть Санта. Но его тут тоже нету, но зато он вон там. Идемте к нему. Большая очередь, но слава богу, светит солнышко и очень хорошо. Все, граница уже пройдена, я уже в Венгрии. Ну что, поедем дальше? На заправке я увидела 2 павлинов. Неужели в Венгрии просто так сидят павлины? Как вы думаете, чего они тут сидят?